Здравствуйте, меня зовут Андрей Дроботин. Я представляю школу системной йоги и студии йоги Дхарана. Изюминкой всех семинаров, всех вебинаров и самой главной частью йоги, это, конечно, является медитация. Люди могут спросить, что же такое медитация? Медитация – это концентрация внимания, где объект медитации, объект концентрации может быть различным. Бизнесмен медитирует на деньги. Кошка медитирует на собаку. Собака медитирует на кошку. Мать медитирует на ребенка. О, Петя, уже 5 часов, у тебя все еще нет дома, где ты? Каждый на что-то медитирует. И то, на что человек медитирует, соответственно, будет определенный эффект от этой медитации. Йог, хатха-йог, или йог в глобальном плане медитирует на мантры. И наш курс по медитации будет посвящен мантра медитации. Есть 4 занятия курса по 2 часа. То есть, другими словами, 8-часовой курс по вот такой вот медитации. На этом курсе вы, дорогие зрители, можете узнать о том, кто мы. Кто та личность, которая будет начинать медитировать. Кто же мы, по сути, нашу сущность. Также вы узнаете наше положение и нашу функцию. Что же нам нужно делать в нашей жизни. Второе занятие больше посвящено наставнику. Нужен ли он или можно без наставника, как это все самому понять. Это посвящено наше второе занятие, второй курс, второй день. Третье занятие посвящено различным путям йоги. Существует много различных путей, много разных направлений, одна система, другая система. И человек может думать, как же мне во всем этом разобраться. Одни говорят, так надо медитировать, другие говорят, по-другому надо медитировать. Все-таки есть какие-то практики, которые помогают. Некоторые думают, ну вот это помогает лучше, вот это хуже. Это будет на нашем третьем занятии. И четвертое занятие, которое замкнет так полноценный курс по медитации, это больше образ жизни, образ действий обычного человека, который живет в обычном доме, в квартире, имеет семью, детей, работу. И как же мне, обычному человеку, применить практику в нашей повседневной жизни? Может мне уходить в горы, в лес и там медитировать? Этому всему вы можете научиться, узнать, практиковать на нашем семинаре, который называется «Медитация». И также, если вы по каким-то причинам не сможете посетить наш курс по медитации, то его можно посетить онлайн. Есть онлайн обучение, то же самое практика, просто на экране компьютера вы видите все, задаете вопросы, учите, смотрите это все даже в картинках, все вам высылается, и этот курс не будет вам стоить ни копейки, так как это сторона бесплатной практики йоги. Мы за это денег не берем, так как то, что получается бесплатно, передается бесплатно. Медитация – это как дар. Невозможно купить медитацию, невозможно продать медитацию. Спасибо вам большое за внимание, что уделили время, посмотрели этот видеоролик. Ждем вас на семинарах и вебинарах по медитации. Намасте.